Меня зовут Наталья Есева, и у нас сегодня мини-влог. Сегодня у нас праздник, День России, и посмотрим, погуляем по нашему городу Сыктывкару, что происходит, какая движуха. У нас еще, возможно, будет мероприятие проходить, что там, турнир или что-то такое по спортивному какому-то такому, типа кроссфит или что. В общем, я пока еще не знаю точно, но мы подготовились. Спортивно. Все, погнали, погуляем. День России. Погнали! С праздником. Ребята, вышли. Погодка у нас сегодня дождливая в Сыктывкаре. Посмотрите, всю Карла Маркса застраивают. Смотрите, какие новострои. Красиво, интересно. Вроде бы строят скат. Классная расцветка. Рома. Сейчас мы идем в Кировский парк. Я сейчас хожу на марафон стройности. И у меня тренер отправила как приглашение, ну не приглашение, а как это, рассылку о том, что в Кировском парке сегодня в час дня будет проходить какие-то типа соревнования. Можно попробовать себя там в 5 упражнениях на время, ну что-то такое. И мы сейчас отправляемся в Кировский парк. Так как время уже 12, мы, в принципе, должны успеть. Вот. Посмотрите, ребят, флаг несут. Вот, ребята, развернули. Покажи зум. Я смотрю. Я ж по зуму смотрю, конечно. Класс. Наше спортивное какое-то состязание или что, я все-таки не могу понять, что это будет, вот находиться там, уже, видимо, что-то готовят. Этот, говори в камеру, тебя не будет слышно. А так я уже все сказала, сейчас вот пойдем, направляемся в ту сторону, посмотрим, то это или не то, наше это или не наше, погнали. Квадрокоптер, смотри, нас записывает.
Сейчас прозвучит новиночка, самая сложная песня в нашем репертуаре. Поддержим! На ярмарку посмотрим, что у нас в Карии на ярмарке продается.
Наверное. Спиной. С приседа, с приседа. Не, вот, из приседа, не спиной поднимай. Молодец. Ой. С приседа, не спиной. Давай. Присядь. Вот, молодец. Вдох-выдох, выдохни. Молодец, вот, супер. Молодец. Опа! Ничего страшного, молодец. Все, беги. А, выдохни. Выдох. Рома, отходи. Беги быстро.
Без паруса. Ребят, мы уже направляемся домой, точнее мы сразу же после такого кроссфита, после этих 5 упражнений. Что это вообще был, турнир или что? Фестиваль «Стартуй». Нет, фестиваль «Стартуй» же что-то или что? Что написано? Написано вот «За успешное прохождение гонки с препятствиями в рамках фестиваля «Стартуй». Ну вот, мы после этих гонок подумали, да ну в жопу, идем домой. Я уже умылась где-то в нашей колонке, тут местная есть, было... Голова еще восстанавливается. Да, вот для меня какие-то такие, как это слово забыла? Вот еще. Да, я получила, кстати. А где моя? Подарок, вот сзади. Наталья. А, ну не будем шею показывать? Фу, что я там говорила? А, что я говорила? Кардио точно не мое, потому что после кардио у меня всегда голова кружится. Это ужас. Сейчас вот как будто бы я умылась холодной водичкой, как будто легче. У меня такие черные пятна перед глазами. Первое время кошмар. Ощущения, конечно, такие себе. Я люблю плавные тренировочки, спокойные. Ром тоже идет, еле дышит. Голова восстанавливается. Ладно, мы, короче, домой, и только вечером продолжим нашу гулянку по нашему городу. Ребят, мы собрались. Посмотрите, ну-ка засними меня. Я сегодня еще ходила на тренировку, сейчас уже вечернее время, мы будем гулять по нашему городу Сыктывкару, посмотрим, что происходит. Я слышу звуки, то есть где-то концерт. Скорее всего, на Стефановской площади, да? Гуляем? Еще громче! В тишине неуютно! Встречайте! Музмир ФМ! Ребята, не погуляли, поели в додошке, взяли шоколад, сосиски и бананы, и все, едем домой. Больше ничего не делали. Там просто идет концерт, Теребиркин какой-то или что-то такое, и в принципе все на этом. Так что всем спасибо, что посмотрели это видео. Всем всего классного. Всем пока. До новых встреч.